Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Зазепа. Продолжаем играть в XCOM 2. Вот, на уровне сложности легенда. Продолжаем наши замесы. Что у нас там? По заданиям. Так. Новый регион. We can now work to establish contact with local resistance groups operating out of regions around the globe. Там нужно собрать достаточное количество данных и сэмплинговать сигнал. Без проблем. Без проблем, братюнь. Так. Ну, в общем, нужно устанавливать контакты с этими регионами. Давайте начнем с Южноафриканской Республики. Да-да. Как раз мы исследовали способы связи. У нас вроде как есть еще время. Ну-ка. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. By autopsy of the captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes, what we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information. Somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Как колбасит его-то, а? Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, понял, not будем easy. Работать. Still, правда, нам надо чем-то его вырубить. Your call, Commander. Там посмотреть, что там у ученых в разработке. Ну, это после этой миссии. После новой миссии, вот этой вот, после ЮАРа, если там без заварушек обойдется. Так. Все технологии кристаллов Эллирия. Следит, что враг способен манипулировать потоками пси-энергии. Ну, это надо как-то вот. И вот это вот, инопланетных сплавов. 32 дня, ёттерный театр. Так, давайте солдата. Ну, солдат это как он контролирует этих солдат. В принципе, я думаю, ничего. Радиосопротивление. Давайте радиосвязь как-то более развивать, потому что нам нужно как-то найти штаб ихний. Что я хотел? Да, продолжаем. Установление контакта. Передал данные о транспортном маршруте Адвента, нужно нанести удар по логистике врага. Давайте. Полетели. Как раз на нашей территории. Во наглые, а? Прямо на нашей земле. Нехорошо как. Так, ты у нас этот шутер, да? Винтовка. Ты, тетя, я знаю, неплохая. Так что давай мы тебе, может, аптечку как-то дадим? Как ты считаешь? Оснащение. Может, вместо гранат реально аптечку тебе какую?
тюрить. Не, не можешь. Газовая граната. Произвести мы сейчас ничего не можем. Ну, ты вроде как неплохой боец. Но мы тебя пока... Посмотрим, чем тебя можно заменить. Стресс. Ладно, заменить пока не на кого. Поэтому пойдешь в бой. Нужно будет как-то стараться поближе подбираться с этими дробовиками. На расстояние примерно 5, там может 6 клеточек этих. Начать задание. Операция «Пустой стилет». Получим. Чего бы нет. Мы же диверсанты. Так ведь наша предыдущая серия называется. Смотрите, все элитные бойцы. Все раскрашенные. Так. Ну, добро, давайте начинать. Я не понимаю, почему инженер у меня в черном? Я же вроде вас как в белый раскрашивал цвета, нет? Ладно, сейчас это... Вступайте в бой только не по необходимости, да? Конвой. Так. Ну ясно, они оттуда пойдут. При том, что они реально пойдут, а мне спешить вообще как бы некуда. Давайте. Как-то в бок уходить, что ли. Ну, попробуем с более высоких расстояний как-то доставать. Я считаю, это будет более целесообразным. Снайпера мы в первую очередь вообще наверх засунем. Потому что он там нужен, я считаю. Стараться вообще как-то все поближе это держать, покучнее. Я не думаю, что они сейчас появятся вот прямо вот так вот сразу. Но этот у нас будет подходить поближе. Вот черт. Вроде как не спалили. О, так, что с тобой делать? Любимая моя. Ладно, давайте ее все-таки возвращать как-то. Она в случае чего, если эти дяди подбегут сюда, они сюда в любом случае подбегут. Когда мы начнем, если они сразу там не помогут, конечно же. Так, что можешь ты? Ты наверх можешь залезть? Наверх ты залезть не можешь. Что там у нас? Сюда беги. Все, теперь ныкайся там. Блин, надо было тебя сюда посадить и нас закрыть дверь. Давай скрытое наблюдение. Да, тебя мы тоже не можем наверх высадить. Ладно, братюнь, давай сюда. Если что, откроешь по ним огонь. Скрытое наблюдение. Не, подожди. Они так вместе хорошо кучно стоят, что я, наверное, пока спешить не буду. А ты знаешь, что ты будешь делать? Ты пойдешь. Ты пойдешь сюда. Ну что, давайте вжахаем им. Хорошенько так. Да, конечно же, надо было их, может, на скрытое наблюдение ставить, но так интересней. По необходимости. Эти
какие-то новые чуваки. Разбежались как. Пометили. Наблюдение. Угу. Это будет атаковать. Ну ты падла. Оглушил. Ну ничего, я думаю, это наше подлечит. На! Тебе в репу. Хорошая работа. Вот этого надо, гада, вырубить. Так, чувак на наблюдении. Давайте. Блин, 34. Может, гранату ему туда швыгнуть, как считаете? Не, подожди, у нас же тут... У нас же тут все свои. Я ведь прав? Ну чё, страдай, пидорас. Пометил он меня, понимаешь ли. Ну тебя мы сюда не будем перебазировать. Пока что. Я вообще пока что перезарядись. Да, пока что перезарядись. И стой в наблюдении. Сейчас мы будем думать, что с этим дядькой делать. Нехорошим. Подожди, мы можем тебя сюда переставить, чтобы как-то вот друг другу не мешали. Сволочь! Ну чё, давай, 32. Попал. Да вы раньше с 80% не могли попасть. Чё это творится с вами? Вот ты, подожди, нет, не ты. Ты мне сейчас даром не нужна. Ты мне нужен сверху, ты понимаешь это? Ты мне очень нужен сверху. Не понимаю, что ты сразу не залез туда? Наверное, там просто видно не было. А, скрытно уже не получится. Только давай не под контроль. Сука. Ладно, придется тебя бомбить. А снайпер под контролем, это не есть хорошо. Снайпер, он вообще должен как-то более спортовать, что ли. Не, однозначно. Однозначно нет. То, что дела не делаются. Снайпера, ладно, мы сейчас выдвигать вперед не будем. Перед батьки, как говорится. Ты чё смеешься? В упор! В упор не попало! Это чё? Это как вообще работает? Не, ну вы видели, в упор не попало. С минигана. Ну-ка, давай, попытка номер два. А, 20% защиты пока не надо. Ну-ка, давай-ка еще раз. Только не промажь.
Ну ты дура. Ой, ты дура. Ты чё с тобой вообще такое? Родная моя. Ты хоть, надеюсь, не промажешь там? Я не про тебя вообще-то. Нет, какой-то пиздец. Я сейчас загружусь, наверное, опять. Или не загружусь. Ты попадешь? Я сейчас вот вообще не понять не могу, это как вообще работает. Этот попасть не может. Вернее, это. В упор с минигана разряжается. Этот подбегает. Как-то попадает по ней там еще. Наш снайпер попасть не может. Вот просто вот так вот в открытую. Это что такое? Это как называется? Может, мне сейчас повезет хотя бы? Хотя бы так. И то неплохо. Угу. Что-то я побаиваюсь уже. Давай 30% до 30%. Тут система эта, я вообще не понимаю, как работает. Давай, попробуй. По нему уже все постреляли. Это пиздец. Ладно, свалил и свалил. Давайте перезарядим. Да-да. Все, стой, наблюдай. Не можешь? Ничего, у нас тут миссия не на время. Ты в наблюдении. Что я тебе могу порекомендовать? Давай лезь наверх. Для тебя это вообще как-то создано. Перезаряжайся. Ты вообще в разведку пойдешь сейчас. Хотя должен быть чувак с шотганом идти туда. Ну, мы их просто подсветили сейчас. Так что. Если ты с первого хода возьмешь кого-то в плен, то я, блин, тебя возненавижу. Взял, в лес прыгнул. Нахрена? Боты. Хотя бы метку убрали. Да-да, приятель, я на это и рассчитывал. Ну, конечно же, не совсем на это, но... Только попади. Молодец. Не попал. Красавец. Тебя это тоже касается. А ты вообще сиди и молись, блин. Серьезно? Опять под контролем? Ну да ничего, мы сейчас гранатами их закидаем там и все. Ебать вас тут. Не, надо срочно этого дядьку разбомбить там. Смотрим, докуда. Не достает. Ну, зато до сюда достает. Я даже не знаю. Спрятать тебя, что ли?
Попробуем. Нет, по своим мы стрелять не намерены. По нашему 70, потому 30. Ой, заныкаться что ли? За деревом тут вроде как и неплохо. Ладно, давай сюда подбеги. Дорогая. 70%. Сейчас или никогда? Давай, было же, я видел. Заодно укрытие снесем. Сойдет, ладно. Так больно? Тебя я боюсь. А еще за своего боюсь. Давай попробуем. 13 нам повезет. Не повезло. Ну, конечно, шотган это на более такие расстояния. Все, снайпер походил. Снайпер не может больше ходить. В смысле, блять, у него же пистолет. Точно. Ну все, ладно. Без пистолета. Блин, командир спускается. Это плохо. Наблюдение. За деревом спрятался. Ну, мы тебе сейчас гранатку подкинем. Слушай, а тебя вообще джига вообще там не разорвет, нет? Мало того, что моего держишь под контролем, так еще и это хочешь поднять. Ну ты выпили там хоть что-то одно, может. У тебя там маны. Мана не закончится, нет? Блять, как хреново все. Крит. Да, будешь долго вылечиваться. Ладно, давайте, знаете что? Так, для начала тобой походим. Куда подальше желательно. И желательно это будет сюда. Не попади! Сволочь! Бусурманская. Я не хочу сейчас просто никого терять. Это вообще не надо. Вообще ни капли не надо. Давайте. Удивляйте. Ты что, в наблюдении там, по-моему, да, стоишь до сих пор? Да, ты в наблюдении, вон глазик. Стоит там, глазиком свой сверкает. Блин. Ну, нужно тебя снять. Нужно, в любом случае. Попробуем. Своего бомбить мы пока не будем. В смысле, пока. Мы своего вообще бомбить не будем. 31%. Ну, опять же, через своего. Не, нужно с этим гадом разбираться. По-любому. Промах. Плохо? Next time может и не быть. Чтоб ты знала.
Ну-ка, давай-ка выпадом его. Промах! Мать его, промах! Меня тут похоронить решили? Да промажь ты, блядь! Урод! Конченый! Сейчас еще зомби походит. Не, это загрузиться надо только. Да? Только загружаться. На такое не подписывались. Жалко, что нашего сейчас вырубить никак нельзя. Я бы его вырубил бы. Но опять же, он был таким до конца миссии. Хотя, не факт. Я просто еще так не делал ни разу. Просто не так часто брали под контроль. По-моему, вообще даже не брали. Вот, не помню чисто этого момента. Что ж я хотел? Уровень сложности легендарный, да? Блин, а вдруг пронесет. Не, не пронесет. Ну, завали тогда, я не знаю. Вот этого дядю. Три угона. Наблюдение отменено. Уходить же ты не можешь. Ходить ты не можешь. Че, гранатами у вас что ли? А гранат-то и нету. Подбежать что ли поближе? Давайте попробуем. Не. Своего валить я не хочу. Ну, не знаю, но здесь какое-то, я не знаю, дело удачи. Вот просто как повезет. Подожди, а если мы сделаем вот так? Нет, так мы не сделаем. Попробуем хотя бы. Ну, сейчас нам повезло. Пожалуйста, повези. Просто повези. Четыре урона. Ладно, еще можно жить. Шесть урона. Так, если мы того дядьку снимем. Наблюдение снято. Можно уводить своего бойца. Но опять же. А если мы уведем ее, скажем, вот сюда и попробуем снять вот этого хорошего молодого. Сектоида. Зажарь мне, пожалуйста, одного. Отлично! Отлично! И сейчас только на удачу. Только на удачу. Ну что, ублюдочный, вот настал твой час. Не настал. Ну это хорошо, мы сейчас походили, нам просто повезло. Сваливай. Не, не свалишь. Ёб твою мать, граната! Ты жива там, нет? Подруга. Hmm.
Какие вы все тяжелые. Невыносимо просто. Но я пообещал без потерь, значит без потерь. Так, значит, что я делал? Я снимал наблюдение. То есть, я ей бежал поближе к этому, к этой тварюге. Я делал что? Правильно, я делал выпад. И если мне сейчас повезет, а мне должно повезти. Эта тварь по ней не попадет. И я по ней попаду. Отлично, еще лучше, чем первый раз. Так, снимается контроль, этот умирает. Так, контроль снят. Это может вполне себе на законных основаниях перебежать сюда. Попробовать выстрелить по этому. Нет, сначала... Сначала мы уведем тебя. Желательно подальше. Например, сюда. Попробуй. Не получилось. Вот это заварухи я называю. Так, ты попробуй. 84. Наверное, надо было сразу с тобой пробовать. Крит вылетел. Замечательно. Можете взорвать нахрен. Не, ладно, граната еще. Я лучше сохраню сейчас отдельно. Новое сохранение. Назову так, вот, так, подтвердить. 51. Давайте наблюдение. Если он двинется как-то, то получит сразу звездюлей. Не попал. Хорошо. Хотя бы гранату не швыгнул. А снайпер нас сейчас получит, короче, баф, потому что он в наблюдении стоял. Давай, выпад. Сможешь, нет? Отлично, зарубило его просто. Вот это я называю потно. Давай перезаряжайся. Подбежи сейчас тоже поближе. По возможности. Да-да. Вот сюда. Блин, надо было этой аптечку, конечно, дать, но я... Не сделал аптечек, поэтому я ничего не смогу ей дать. Так, разведчик. Где мой разведчик? Разведчик мой тут. Ну, я ж тебя выделил. Чё, ходить не хочешь? А, ты ходить уже не можешь. Или что с тобой? Ладно, ты у нас тут вместо разведчика. Ёперный театр, еще одни. Хотя, что я ожидал? Что, запугивать будешь или под контроль возьмешь, как ты любишь? Паника! Опять решил снайпера взять под контроль. Ну, как-то знаешь, уже второй раз как-то не очень. Ты чё, по дрону целился, что ли? Ладно, не буду. Куда ты лезешь, блин, дебил? Сейчас бы хорошо так в наблюдении посидел бы. Сектоида снимать надо, блин. Чё ты делаешь? У тебя вообще граната есть, чувак.
сука. Ну реально, сука. Давай, загружайся. Может, не лезть пока нагожон, как считаете? Не, ладно, ты давай. Ты давай получай боевой опыт. Все остальные сейчас перезаряжаются и перегруппируются. Потому что мы знаем, где примерно находится противник. И мы будем над этим работать. Так, тобой мы рисковать особо не будем. Он же сюда подбежит. Ну так, сзади постоишь там. Покуришь. Давай, перезарядись пока. Потом в обороне постоишь. А точно, давайте разведчика вообще сзади как-то направим. Пускай оббегает там всех. Ты ж разведчик. Все, давай наблюдение. Перезарядка. Жалко, снаряды пополнить никак нельзя. Это обеспечит ей дополнительную защиту до начала следующего хода. Давай, перезаряжайся. Знаешь, что мы сделаем? Ну, блин, я боюсь, что они не разбежались, эти твари. Ну, ты подсветишь, короче. Нет? Никого не видно? Наблюдение. 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 Давай, подбегай. Чё, наши никак не отреагируют? Сектоид. 67. Давай попробуем. Крит, 9. Замечательно. Как и надо. Снайпер, ты стоял, прицеливался все это время. Давай, родной, покажи, что можешь. Крит. Ну, о чем я говорил? Повышение. Молодец. Ну, видишь, можешь же, когда захочешь. Наблюдение стой. Тебе тоже, конечно же, вылазить особо нежелательно. Ну ладно. Давай. Попробуем отработать. По своему не попади, дуга. Сойдет. Не попало. Чисто сработано. 2, ладно, нормально. Сейчас мы тебя тоже загубим, нет? Давай. Блин, лучше бы я тебя застрелил в упор. 40%. 4. Так, ну чё, сейчас...
Сейчас подходи поближе. Пытайся. О боже. Ну ты хоть в упор застрели его. 88. Отошел. Да, здесь кач такой конкретный. Блин, аж так и не собрал материал. Или он автоматом подбирается. Солдаты ранены 3. Снайпер у нас самый везучий. процентов. Мне интересно, кто там больше всего впитал. Хотя... Тут так нормально-то, все заранены там. Стресс. Ну, ребят, стресс есть стресс. Девушки, не печальтесь. У вас он какой. Снайпер-мужчина. Спасали его всю эту операцию. Серьезное ранение. Ну, вы там, наверное, вообще будете. Убито 10, 6, 4. Жесть. Мастер клинка. Плюс 2 урона ко всем атакам мечом. Бойц. Так. Остается замаскированным. Не знаю, давай мастер клинка. Мы тут как-то воевать собираемся. Что ты можешь? Котированный урон для капитанизированных противников будет более ощутимым. Протокол лечения давай. Будешь лечить еще. Снайпер. Ну куда ж без тебя? Ответный огонь. Попав под вражеский огонь, автоматически отстреливайтесь из пистолета один раз в течение хода. Ну это неплохой перк. Действовать общий вид. Это как понять? Общий вид. Ну ладно, ответный огонь. Хотя бы отстреливаться будет. Хоть какой-то дамаг еще будет тоже. С пистолетом он неплохо попадает. Ну, тут хорошо так позахватывали. Кристалл Элилия даже еще какой-то. Даже там новый еще какой-то пацан. We're getting thin on manpower, Commander. We should check with Resistance HQ for new recruits. Планшеты. А, планшеты надо изучать, точно. Так. New orders, Commander? Оружейные. Бойцы. Только один солдат в строю. Might be a useful recruiting tool. Серьезное ранение, 50 дней. 10. Ёттер на театр. Надо казарму строить, вербовать. А вербовать я ведь никого не могу. Могу. Самуэль. Ты у нас кто, новобранец будешь? Давайте немца еще наймем. Бойцы. Анна Павлова. Ну да, новичок. Не обкатанный еще. А, улучшение оружия. Ну ты пока... Ай, мы тебя все равно на операции же будем посылать. И что он дает? Урон при промахе. При стрельбе наносит... Цели 2 единицы урона. Но я не думаю, что это надо на старт в автомат лепить, потому что все равно же заберут. Так что извини.
Рейнджер. Еще навербовать не можем? Или только следующего хода? Пока не можем. Ну, нам пока и не надо. А я думаю, на этом можно серию завершить. И с вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Ждем продолжения. Пока.